просили 7 миллионов. Немножко поделали сейчас от рабочих, которые были. А что, пробы плохая, что ли? Не знаю, это нам конечно. Желательно. Потому что по старинке сделали. За счет результата, или сэндвич. Вот же в первую очередь вентиляцию у нас. Вентиляцию надо в первую очередь делать. За счет вот конденсата получается вот так, вся вот эта. И крыша, утепления вообще нет никакого. Два листа лежат сверху, снизу, внутри пустые. Чуть мороза начинает, отек, и все, начинает сделать. А чаша полностью перебила? Чаша полностью, да. Хорошо. Бассейн-то хороший, ребят, нет? Да. Хороший? Нет, 32-й год, это старый. Вот он, как человек, может сохранить все, один нас сохранился. Молодец. А он... А, вот, Вик, вот он, вот он. Вот этот конденсат какой-то. Да. Чистить будет, а так не скользко. Нет, так она, да, нормально, но... Запатентованная технология. Ну, на колеске посмотрите. Не надо, там с колеской еще есть проблемы на входе. Мы сделали их сами, а мы еще думаем сверху резиновые эти положить. Почему вы считаете, что в этом году не успеете? Нет, я просто сказал, в этом году. Вы сказали, когда запускать, в этом году, но пока мебель не подвезли. Где-то до 13-го. Когда мы здесь откроем? Это МФЦ, да, в журналисте? Да, в районе 15-го откроем все равно? Да. Да, в районе 15-го. 7-8 же должны будут собрать, установить компьютер, и, соответственно, можно делать техническое открытие. Здесь у нас полностью рабочие места, да? Да, четыре рабочих места будет, соответственно, специально разделенная плитка, это в зал, здесь будет ожидание, здесь будут находиться заявители, это, соответственно, для сотрудников. А у вас телевизор ничего не предусмотрено? Вот предусмотрено, даже вот розетку уже выведено. Все есть, да? Да. Там информация стоит здесь, отдельно проход для сотрудников, соответственно, они заходят в ту дверь. У них отдельный выход в туалет. Туалет здесь общий. Здесь 4, да, рабочих места? 4 рабочих места, да. Там архив, дальше комната. Соглашение с администрацией подписано? Нет, 30 государственных, региональных, федеральных, региональных и муниципальных. У нас получается 15 федеральных, так. Более 10 муниципальных. И сейчас мы подписываем соглашение, будет 50 областных. То есть в общей сложности мы должны выйти за 100 услуг. За 100 услуг. Ну вот сейчас, к концу года, какие основные услуги здесь могут люди получать? Основные это федеральные, то, что касается какие получения загранпаспорта, подачи документов. Соответственно, это то, что касается миграционной службы. Российский паспорт, оформление регистрации. Это пенсионный фонд, то, что касается пенсионного фонда. И то, что касается налоговых заявлений там, по... Постановки на учет, да, соответственно, декларации могут передать. И остальные это соцзащита, основные услуги. А смс-шлюз будет, соответственно, человек пришел, ему смс-ка пришла, ваша услуга там готова, справка или что-то. Ну, желательно тогда, чтобы, может быть, ему приходило смс-подтверждение, что ваша заявка принята от такого-то числа. И это будет, да, это тоже. Да, и номер, этап, и на сайт, да. Он может зайти посмотреть статус. Этап, да, и, соответственно, регистрацию мы тоже сделаем через мобильный телефон. Хорошо. Уважаемые жители, милые дамы, уважаемые господа. У нас в этом году мы каких два сделали кинозала. В рамках реализации проекта совместного проекта с партией «Единая Россия». Не знаю, хотел спросить, нравится вам такой зал-то или нет? Да. Нравится? Да. Ну, хорошо. Видите, значит, тогда будем в других районах такие залы делать. В следующем году мы планируем сделать 7 таких залов во всех районах. Хотим, чтобы во всех наших районных центрах были вот такие кинозалы. Комфортные, удобные, где бы вы могли проводить досуг, где бы мы могли проводить встречи с жителями.